Сегодня в 16:00 в Ростове прошло открытие главной новогодней елки, расположенной возле входа в парк имени Горького со стороны улицы Большая Садовая. В этом году открытие прошло не столь масштабно, как это обычно бывает. Подавляющее большинство пришедших на открытие – дети и их родители. Именно для них организаторы постарались устроить атмосферу предновогоднего чуда. Для детишек прошли различные выступления, их провели, как и положено, Дед Мороз и Снегурочка, а также другие сказочные персонажи. Юные ростовчане приняли участие в конкурсах и викторинах, получили подарки, а самое главное – окунулись в атмосферу предновогоднего праздника. We'll be right back.